Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров, и продолжаю комментировать матч комментаторов, администраторов группы «Шахматный Феникс» против участников этой группы. Достаточно долгий перерыв был в матче, но сейчас играются очередные партии. На очереди у нас Артём Шолаков, один из старейших участников группы, насколько я помню, еще состоял в группе еще до развала «Шахматной лихорадки». Играет против Олега Соломахи. На самом деле очень равный матч. Олег небольшой фаворит по рейтингу, но Артёма списывать со счетов в данное противостояние я бы не стал. Разыграна классическая система в французской защите. Точнее, не классическая система, она перешла в атаку Шатара Алёхина после h4. Или Шатара, наверное, Шатара правильно. h6, насколько я помню, все-таки слон e3 не самый удачный исход, и лучше бить на e7. И сейчас кажется, что... Не знаю, я могу ошибаться, потому что совсем не знаток теории в этой позиции. Ну, чисто из общих изображений я не вижу для черной больших проблем тут. Например, после хода g6 или король f8. Я бы, наверное, король f8 сыграл черными. И, в общем-то, такая вот потеря рокировки — это типичная, вполне типичный план во французской защите. g6 тоже ход возможен, но... Тут уже могут после слон d3 какие-то проблемы с королем возникнуть, на самом деле. Да, не исключено, что белым есть смысл просто сыграть конь f3. Цд слон d4, конь c6, слон d3. Проиграть вот такую позицию. Но обрати внимание, что положение коня на c3, ну, всегда в этих позициях не очень удачное. Черные достаточно удобно подрывают центр. Достаточно напряженная позиция. Конь c6 ход напрашивается. С другой стороны, CD вряд ли намного слабее. Думаю, что надо делать один из этих двух ходов, потому что какая-то медленная игра вроде B6, слон H6, данная позиция вряд ли может работать. На B6 уже последует слон D3, на слон H6 слон G6 с победой. Ну да, конь C6 вполне логично. Да, вообще центр белых находится под серьезным напряжением. Видимо, надо уже играть 3-0, просто отдавать пешку и рассчитывать давление по центральным вертикалям. Ничего разумнее не вижу. Можно сыграть DC примерно с той же идеей. В любом случае, центр не держится, но по идее Олега это не должно сильно смущать, потому что в избранном им дебютном варианте это, в общем-то, обычное дело. Белые задумались. К сожалению, напарника для меня не нашлось на этот микроматч. Поэтому периодически наверняка будут повисать не самые приятные паузы. Ну, 3-0 сыграл Олег. Не знаю, что сильнее, 3-0 или все-таки DC. В любом случае, я думаю, что черным нет смысла здесь кокетничать и выжидать с размена на D4. Надо брать немедленно. Не очень понимаю, что задумал Олег. Вот кем он будет брать на D4? Можно брать ферзю к слонам, прошу прощения. В этом случае не теряется материал. Можно попробовать взять конем и на коне 5 отойти ферзь g3, там с идеей какой-то f4, слон d3. Наверное, все-таки Олег собирается брать слон на d4. Компенсация за пешку в случае конь бьет d4 не выглядит в полной мере достаточной. Да, cd сыграно, сейчас проверим. Ну да, слон d4, без особых раздумий. На мой взгляд, у черных нет особых проблем в этой позиции, можно просто выбить слона. После этого сделать какой-нибудь ход вроде ферзь b6. Белым явно не выгоден размен ферзя. Если не меняться, то черные выгадывают какие-то полтемпа на этом. Ничего разумнее, конь бьет d4 не видно здесь. Слон на d4 расположен неплохо. Если его не брать, то уже начнутся всякие тактические мотивы вроде конь d5 и e6. На мой взгляд, брать практически необходимо. h6. Это очень странно. Что задумано на конь d5? Не очень понятно. Может быть, конь бьет d4, конь бьет e7, конь бьет f3, конь бьет g6, ладья g8, видимо. Такой вот вариант сейчас попробую завести. Насколько помню, наблюдатели свободно управляют. Видимо, конь d5 действительно не проходит. Конь d4. Брать на d4, наверное, не очень хорошо, хотя тоже надо продолжить вот такой вот вариант. ED, E6, у белых есть атака. Можно взять на E7, тогда последует конь F3. В случае взятия на F3 у черных отличная фигура.
Да, видимо, как-то сделать так, чтобы конь за собой унес побольше фигур. Но здесь вот тоже делать g8 есть ход. С неясными последствиями. Не исключено, что белые проигрывают в итоге. Хотя тоже слон d3 какой-то ход есть, непонятно. В общем, тем временем Олег все еще думает, видимо. Ну, я надеюсь, что я ничего не пропустил. Такое ощущение, что Олег все-таки считает ход кумьёт d5. Вообще не все так очевидно. Еще на конь d5, конь d4, может быть, можно взять ферзем. На ЕД Е6, конь F6, взяли. Ну да, тоже, наверное, атаки здесь не хватает. Тем временем, белые, кажется, сделали какой-то ход, слон d3. Без особых затей, но, может быть, это и сильнее. Я не уверен в том, что ход А6 был столь необходим черным. H5. Ферзь g3 можно просто сыграть, или ферзь f4. Оба хода заслуживают внимания. Я бы, наверное, ферзь f4 сыграл все-таки. Да, Олег тоже предпочитает ферзь f4. Наверное, в этой позиции конь d5 уже серьезная угроза. Черным надо что-то делать. Я не понимаю, можно столько времени терпеть этого слона, надо в Сочи там бивать на d4. Хотя вот здесь ситуация изменилась. Может быть, белые могут себе позволить взять конем на d4. На e5 уже защищено. И там будет грозить конь бьет e6 с победой. Да, ну, в общем, достаточно неприятное давление Олег развил на позицию черного. Мне кажется, что ошибкой, причем довольно серьезной ошибкой, был ход А6. Сейчас у черных есть серьезные шансы получить мат. Слон f8. Слон f8 мне категорически не нравится. Очень медленно. Понятно, что какая-то идея слона h6, но тоже она у меня вызывает сомнение. Да, конь g5 хотел как раз предложить. Не вижу уже на удовлетворительной защиты за черных, если честно. Приходится делать какой-то сверхкорявый ход ферзь d7, видимо. Но это не может быть хорошо. Конь d5, по-моему, побеждает. Да, конь d5 Олег без особых раздумий наносит удар. Слон c5, к сожалению, не проходит за то, что черных два боя на c5. ЕД играть надо, и белый, очевидно, пойдет e6. И по-хорошему партия после этого закончится, потому что на конь d4 есть промежуток еф или ед. Да, e6. Ну, довольно-таки в забивном стиле Олег проводит эту партию. Имеет хорошие шансы выйти вперед. Соперников большая часть времени уже прошла, но все равно 2 минут белым и 1,5 минут черным, по идее, должно хватить. За черных я в любом случае не вижу достойной защиты. А белым мне тоже атакующие ходы здесь не очень сложно находить, на мой взгляд. Конь d4 играть надо, что делать? Там после ЕД тоже приходится. Ну, в общем, да, позиция черная безнадежная, конечно. Ничего не попишешь уже. Нельзя позволять сопернику настолько серьезно опережать себя в развитии. Вот наказания обычно бывают суровым. Не буду я пока переключаться на момент хода А6, хотя интересно, что по этому поводу говорит движок. На мой взгляд, ход А6 неудачный. Так, конь d4. Ферзь d4 тоже возможно, но ЕД, конечно, проще. Просто материала поровну, у черных ужасно слабые пешки, король под матом. Ну, ничего не поделаешь. 3-0 не сделаешь ход тоже из-за ферзь H8. Ферзь один в итоге вряд ли удастся поймать. Если защищает ладью, то уже белая ладья пойдет на e1, и вряд ли это может кончиться хорошо. Ну да, ладья e1, практически не думаю, слон e6, все это единственные ходы, очевидно. От Олега требуется последнее усилие, надеюсь, что он его совершит. Да, ферзь b6 неплохой домик. Я хотел предложить конь e6, фе ферзь b6. Ну, ферзь b6, конечно, сразу еще сильнее. В общем, Олег достойно проводит эту партию. Черных стога единственный ход на h6, да. Но, по идее, не должно это работать. Может быть, все-таки вот моя идея конь e6, ферзь b6 была поточнее. Могут какие-то уже нюансы начаться. Если сейчас черный король бежит на f8... Да, сейчас черный справа взять на g5 и пойти король f8. Немного ситуация осложняется. И уже мне не очень нравится ход. Теперь белые лишены подрыва f4 и f5. Черным надо сделать ход король f8, безусловно.
ничего другого не видно разумного. Все равно, конечно, позиция ужасная, но, по крайней мере, сразу мата не получилось. Чуть-чуть продешевил Олег, такое ощущение. Ну, не знаю, можно сыграть... Ферзь d4 можно сыграть. Слон e2 немножко загадочный ход. В чем его идея, непонятно. g4 что ли хочет провести? По слон f3. Ну, Олег уже полностью переключается на позиционные рельсы. А мне звонит Дима. Попробую принять его вызов и показать экран. Привет, Дим, ты в эфире. Привет, я в эфире даже. Да. Ты в эфире, я показываю экран с партией. Олег там, видимо, уже раздает. Все, а кто еще с нами? Больше никого. А? Мы смотрим матч, партию матча Саламаха-Шулаков. Вы не могли меня подождать пару минут? Ну ладно, ладно. Тебя вызывали, ты не отвечал. Они жаловались, что у них нет времени, они на планете. Ладно, ладно. Надо срочно играть. В общем, у Олега лишняя пешка, до этого была матовая атака, он, конечно, серьезно продешевил тут. Но все равно должно быть выиграно. Еще обрати внимание, что у белых колоссальный перевес по времени. Да, 15 секунд почти минуты. Опять же, можно играть по-всякому. Я не вижу даже противопоказаний ходу d6, да, и на ферзь c2 просто короля 1. Первые детали ничего сейчас не понимают. Сейчас надо ладья d7, ладья d8. Нет, ну так. Ферзь f6, надеюсь. Так, ладья e7, ферзь c1, мат. Нет, мат 2 через. Не, вот видишь, только ты пришел, и сразу начались какие-то эти аномалии. Тунгусский мечарит. Да уж. Может, меня уйти снова? До этого все в один ничего было, так неплохо. Олег до сих пор не может отойти от шока, иначе бы он уже пошел бы тут какой-нибудь d7. Да. А главное, неожиданно так быстро закончится партия. Да. Не, ну сейчас d7, ладья e8 выигрывает просто. Сыграл d7, Олег. А погоди, не ничего по первой не получается, да. Не, ну а тут просто у черных слишком пассивные фигуры. А три, конечно, надо было 100 лет назад сыграть, если честно, но... Не хватает Олегу профилактического мышления, чуть-чуть. Ну что у черных делать? Шах? Шах? И обратно. Видишь, ты сам ответил на свой вопрос. Что черный? Ну обратно. Ну да. Пласта, я черным надо. Тут уже ферзь f6 можно сыграть. Я думаю, ты не сомневался, что я этот ход предложу. Ну конечно. Меняла. Соперники не понимаешь. Сейчас он доиграет, он сыграет ферзь f6 и зевнет ладья d7. Так вот увидишь, сейчас так и будет. Пласта, я выигрыш не видит. Ну, к счастью, для Олега он ладья d7 не проходит, потому что надо два без шаха бьется. А если ферзь e6 f-e, то попробуй еще выиграть. Ну, там выиграно, пешный эндшпиль в итоге, наверное, выигранный, но... Наверное, лучше не стоит, действительно. А черный грамотный король обводит? Олег какую-то чушь делает, надо брать на b7. Ну, кстати, да. Кстати, я говорю про грамотный, а про то, что пешка висит. Ферзь b4 мат. Ну что за игра? Ну все, конец. Да. Да, конец. Всем спасибо за просмотр. Да, всем спасибо. Да, Дима присоединился в самом конце, но в любом случае мы увидимся в следующей партии.